сегодня у нас 9 апреля. Что по полям-то там не можно уже собирать. Доедем до Липы, там посмотрим. Один бор должен оттаянный уже быть, южный, вернее северный. Поэтому пока рано что-то планировать. Да-да-да, там чача, даже ехать не хочется. Домовая. Ну вот, добрался до карьера. Давненько я на нем не был. Хотелось-то вон туда, в самый конец. Да так, по берегу пройтись. Ну вот, северная эта сторона, в принципе, уже отошла. А южная, еще заморожена. А там, где мрамора с корундами. Так, ну ладно, что. По веселой стороне пойдем. Трудно понять. 5 лет назад вода. Уровень воды был какой? Сейчас выше или ниже? Деревья подросли. Вот здесь вот я кувалду утопил. Выбирать не приходилось. Или самому, или кувалде. Глубоковато, конечно. Ребята, снега много. Ух ты. Ух ты. Какая штука. Даже по колено даже проваливается в ямках.
грунт подмороженный, а сверху глина. Поэтому катушка получается. Вот это примерно то, о чем я говорил. Сверху оттаяло, снизу подморожено. Все, разок упал и превратился в кусок глины, в комок глины. Там размыло, поэтому надо верхом обходить. Вот. Кто-то кого-то, шмякнул. Видни перышки остались. Так, ну вот, как не хотелось вниз идти. Ну, что тут сотворилось? Оползень какой. Ступишь и поедешь по этой горке. Ну вот, пока съезжал тут. Фух. По пути попадались интересные вещи. Ну, вот эти какой халцедончик. О, шматок такой. Конечно, надо его взять с собой. Вымыть, может, рисунок интересный будет. Вот такой вот чача. Весь процесс. В этой чаче еще удалось обнаружить халцедончики. Ну, это мыть надо, конечно. И вот эту штукенцию, тоже, как ее, икряной камень, что ли, называют. Вот этот кусок. В данный момент дерьма надо вымыть. Стою, боюсь сдвинуться. Сразу вниз съеду. Ну да ладно. Чуть ли не розочка. Пойдем дальше. Застыл или засох. Угу. Живет еще. На солнышке погреется. И живет. Красота какая. Как играет.
интересные корочки. Хорошо, красиво. Красота. Красота, красота. Да. То же самое. Так что, кто желает, жду. Интересные вещи. Какая красота, красотуля. Такой штуке гранат где-то должен быть. Мелкой-мелкой. Как-то я встречал, высыпка была такая. Красиво сюда. Ну вот, наверное, гранатик-то. Мелкий, мелкий, мелкий. Опа, перепрыгнули. Вот так вот, может, видно будет. Отсвечивает солнце яркое сегодня. Интересно.